Лично для меня это, конечно, такой мощный выход из зоны комфорта. Мы с хором вообще не спевались, то есть все это так вот импровизационно. Я, конечно, все равно рад, потому что публика поддерживает своим теплом сердец вот, в этот достаточно холодный январский день. Вот. И я рад за тех людей, которые смогли добраться сюда, что они могут по-настоящему прикоснуться к вот нашим традициям, повеселиться. А самое главное, что дети запомнят это на многие-многие годы вперед, потому что это очень яркое событие, и здесь все выполнено на высшем уровне. Пару слов об этом мероприятии. Вот я, моя команда, мы очень любим, в принципе, поддерживать все, что связано с молодежью, когда есть крутые активности, чтобы ребята тренировались и набирались каких-то новых знаний, нового опыта. Это очень круто, и быть частью таких движух для нас всегда в огромное удовольствие. Вот. Мы приятно удивлены тем, что в такие холода здесь много людей сегодня, и это невероятный показатель того, что данные тенденции никогда не потеряют интерес. Вот. И люди любят саморазвитие и тому подобное. Поэтому мы чертовски рады быть здесь. Вообще, с удовольствием мы все это поддерживаем.